Во многом успех и комфорт детей зависят от их развития. Поэтому семейный центр Крохотуля ставит перед собой задачу способствовать развитию памяти, внимания, речи и мышления детей, а также повышению уровня их осведомленности. Здравствуй, друг! Как ты тут? Ты гулял? Я скучал. Ты пришел? Хорошо! Какое время года сейчас у нас наступило? Холодно! Ну-ка покажите, как холодно зимой! Познакомим с головными уборами? Так, Юляша, у тебя какой красивый? Шапка это. Танюша, у тебя какой головной убор? Шапка. Кепка. 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 Хорошо. Ну а как эта шапочка-то называется? Шляпа. Шляпа. Шляпа это такая. Танюша, а у тебя что? Это у меня хвост. Ну-ка, одень пример, мы посмотрим на себя. Одень, пожалуйста, фуражку свою. Ну, прямо бравый офицер. Что это за головной убор? Шляпка. Шляпа. Так, Аришенька, какой ты головной убор знаешь? Шапка. Скажите, пожалуйста, а есть тут то, что мы не можем назвать головным убором? Вот. Что это, Юля, такое? Это перчатки. Перчатки? Мы их тоже на голову одеваем? Нет. Куда мы их одеваем? Покажите, на что вы одеваете? Мы их одеваем на ручки. Я называю вам какой-то предмет, да, или что-то называю вам. Если это съедобно, мы что делаем? Не ловим, кидаем, да, вниз, не, вот так вот, не ловим. Смотрите, что-то есть на ручке. А это что там где лежит? В коробочке. Внутри или снаружи? Внутри. Внутри. Давайте откроем коробочку и выложим это что-то. Что у нас там, Ариша, что ты нашла? У меня вишенка. Так, вишенка у Юли. У Данильчика что? Так, яблоко. Так, яблоко, Аришенька, у тебя что? Вишенка. Так, тоже вишенка. Юля, что у нас тут еще лимон. Есть? А теперь сделайте так, чтобы в коробочке лежала черешенка. Ну-ка, спрячьте. А все остальные предметы были бы снаружи. Так, хорошо, отлично. Расположите, пожалуйста, предметы так, чтобы в середине было яблочко. В середине было яблочко, а вокруг яблочка другие предметы. Замечательно.